О, было поклевка. Давай, Игорек. Хорош. О, грамм 700, наверное. На донку, Вась? На донку. Тихо-тихо, не торопись. Подожди. Поднимай. Ну вот хочешь на рыбалку, куда-то все это надо деть. Разгребсти и подготовить. Ну вот немножко раскопал, жижу выкинул, отсыпал немножко въез. Сейчас буду тараканить. Так вот я выпер прицеп, освободил, лодка лежит, буду заниматься ремонтами. Сделал такие костыли, под углом приварил платформы, чтобы прикрутить вот такую доску. И купил черный карпет ковролин в Леруа, 270 рублей квадратный метр. Сейчас все это оборачиваю, досочки, и вот на эти костыли топчащие прикручу, и будет у меня ложементы. Останется только лебедочка на место. Ну что, досочки подсохли, начинаю оборачивать, то есть три штучки я уже сделал, они вот на эти мои костыли, которые я вот предварительно сварил и покрасил, вот такие обернутые, вот клопами так закрутил, все, отцентрую, выставлю и прикручу, и вот так на бортах 4 штуки будет. Глупо покупать лав какой-то, прицеп для лодки, если есть такой большой, удобный, классный у меня прицеп. Мои ложементы. Накачал лодку, кинул на прицеп. Вот так это выглядит. Лодку надо ремонтировать, я уже плакался, что вот транец отсырел. Клей я купил, сейчас навалю, греть буду и приклеивать на место. Нормально. И главное, что войдет у меня в сборе, прям туда в гараж будут загонять. Грядет большая рыбалка, заскочил в рыболовный магазин, набрал резины, вот таких монстров, кислотные, что у нас тут, фиолетовые, так, крюки на тюлечку, офсетники вот такие, ребята, 5-й номер, короче, монстры, так, что еще, поролонок, вот таких попробовать, и резины фиолетовый, чебурашек, двойничков, короче, судаку труба дело. Все. Ну что, поженили родненького. Пятнашка наша, 360. Баркасик. Шмотки грузим и вперед. А вещей у нас много. Все, слезли на воду. Подключаем бак. Куда-то там протоку надо найти. Да, прибыли на остров, сейчас груз сделаем. Вася до сих пор не купил. Сейчас найдем приличный камешек и поедем ловить рыбку. Так, ребята, прибыли на фарватер, получается. Сейчас встали, свал, глубина с 10 на 7 метров, где мы зимой на тюлечку ловили. Сейчас будем джиговать, ну и, конечно, тюльку залупим тоже. Куда же без нее? Буду вот такую фиолетовую разлавливать. Красоту. Вертолет. Знаю. Давай, Игорек. Тихо. Давай.
хороший. Ну-ка повернись. Чемпион, ёптую, блядь. Чемпион. Задрал. Что, распечатался этот браконьер? Придется палкой его за борт сейчас кидать. Васек тут накидал. Вон, мормышек всяких своих закидул. А этот чпунь. Собирай себе сюда. О, говорят. Ой, дорога у него выросли, ребята. Ой, какой красавчик. Вот. Давай еще раз. Давай. Ой, как он. Ой, еще клюй, да? Ладно, ребята. Браконьер распечатался. Хороший. О, грамм 700, наверное. Не успел первого снять. Что-то там Игорек наджиг. На что, на поролоночку? На поролоночку. Вот, да давай. Да давай. Ой, бля, пилушный. Ребята, ну красавчик. Этот главный. Так, ну все, ребята, джигуем. Получается, на я на поролонку. Главный браконьер. На что ты там? На отводной? Ну что, ставлю вот такую морковочку. Сейчас буду пробовать. Сейчас в онлайн-режиме будем вам разлавливать. О, была поклевка. Лёвка. Блин, такой вообще дзыньк. Отдай называется. Прям под лодкой. Смотри, смотри, что с резиной. Просто. Вот это, ребята, надеюсь, она засняла камера. Просто. Бух. Отдай называется. Смотри, во. Морковочка. Дай мне этот крючок такой возьми. Бери. Так, далеко не кидаем, он где-то под лодкой рыба. Были. Вообще обидно. На донку, Вась? На донку. Подними сюда. Он что-то сидит? Ребята, что-то сидит? Ой. Ой. Горбач, горбач, Васёк. Горбача взял. А я думаю, что за дрыганька? Уха. Ладно. О, горбача. Распечатались опять. Подкинул тебя Васёк. Все, смотри, подбородок. Даже вот так засек его. Законно. Да. Все. Даже. Так, едем на новое место, ребята. Прям по фарватеру. Так, перебрались мы к острову. Вон там соседи уже вываживают. Нормально, килушник, да, подняли. Рыбаков как кислорода. Еще сосед. У вас вообще хороший. Там килушник, хорошо. Все, надо ловить. Ну что, ребята, болтаемся на волнах. О! Будем есть бутербродики. Чаек. Что? Да. Короче, катушка плохая. Была поклевка. Васек тут руками крутит. Давай, подсак. Подсак? Я не могу подсак. А, да? Давай. Тихо. Не торопись. Подожди. Поднимай. Давит Васек. Опа. Нормально. Давит Васек. О. Смотри, что за краешек опять. Лёгкий. Килушка, может, побольше даже. Игорёк там опять вываживает. Вываживает, ребята. Вываживает, мне приходится. Давай. Придется тебя сегодня на острове высаживать. Вот глаза вылазят. Ребята. Ну конечно, 10. Ребята, подглядел там. Мужик уже не первого судака вытаскивает. И он вытаскивает, у него идет, получается, снизу классический джиг. Чебуратор.
с офсетником, а сверху отводной. Ребята, сейчас свяжем так же. Короче, рванули на ЗСД, ребята! На ЗСД едем! Поймали три судака, два окуня, рыбача. Вот прибыли к бую зеленому, где мы с Валей ловили. Так, Игорь вываживает окуняра. О! Огонь! Опа, выпустили! Да. Накидали доночек, поставух. Ребята, ну что, я уже не знаю, что придумать. Вот такую кислотничку поставил. И плюс на отводной, вот сейчас покажу вам. И на отводной вот такая вот червячок. Попробуем. Что, вечереет уже, совсем начинает темнеть. Мы переехали еще ближе к берегу. Вот здесь вот сваи, в которых мы драли сигов лет 6 назад. Вот сидим. 4 доночки, джиг я весь оборвал. Поэтому просто сижу на тюльку, жду поклевочки. Красавец мост. Вечереет, холода. Вон там даже Газпром башню видно. Ну что, ребята, будем собираться. Конечно, еще пока не домой. Переедем обратно на фарватер, на глубину, где мы точно знаем, что судак есть. Сейчас мы на мелике 3 метра. И не факт, что есть тут рыба, придет она. Надо вернуться туда, где ловили рыбу, где поймали 3 судака. Здесь по нулям. Ну что, летим обратно в канал. Что, долетели мы снова до порта. Выпьем удочки на место. Да, есть контакт. Ну что, ребята, будем заканчивать мы рыбалку сегодня. Все, еще час отсидели, нет поклевки. Уже осень глубокая, нужно ловить днем, я понимаю, как и зимой. Нормальные пикаля такие, красавцы. Один даже килушник, наверное. Вот, отлично порыбачили. Даже 2 горбача залетело. Все, ребята, всем спасибо и пока. Помчали мы домой. Главное, браконьер. Но я с вами не прощаюсь, ребята. Подписывайся на канал. Ноутбук наконец пришел с ремонта. Начинаю пилить для вас видосы. И мы уже сгоняли на рыбалку. Все, до новых встреч.